Теперь есть. Итак, полетели. User joined your channel. Еще раз храм Камасили. Челики. Рейд Эльвинси ушел на храм Элика. Империума. Охуенно, выра, блять. Лито, он просто пробежал. Архенами. Ага. Ловушки ставим, ловушки. А, Таир, короче, у нас пионы их дохера, мы идем к вам, короче. А, да, все, скипайте там, просто летите к нам. Кип нашел. Ой, какого говна у нас только нет, а? Бля, где сдох, там, короче, кип. Архенами. Ребята, ловушки, ловушки, вокруг кипа. Храм Эликс скипается, там рейд пришел большой. Арчи по видно, карте сдох, под, да? Под нами, где на каше сдох. Заметьте кипы. Надо что-то видеть. Храм Эликс нету. Встречаем, кто там зашел. А это... Я привел Фокси. Арчи на горе. Эск, все лагает, что ли? Что, все лагает? Бипер немножко лагает. Вроде нет, вроде не лагается, хорошо. Вроде есть помехи. Так, ну-ка... Все это... Плохо меня слышно, лагает или как? Ну ты как робот. А, я как робот. Там Арчи, ёб твою мать просто. Больше часть говорит, ну... А, на самом деле я всех так дерьмово слышу. Всех лагает, Теску все лагает. А не лагает резко, я нормально всех слышу, но... А, у меня лагает. Я прерывисто слышу. Ну, Пометился. Последний кип, пожалуйста, пометьте. Кто там у нас? Культис, наверное, я убил Культис, вроде как он. User disconnected from your channel. А, нет, подожди, айдишки, сорян, я тупанул, я не... Подсветила айдишек. Да, все, спасибо, я понял. Так, у нас есть айдишки, Империум и Вилфоксы, да? Сейчас, скорее всего, Вилфоксов убьют, а мы пойдем на Арчей. Берите лошадей. Пушки на Арчей ставим? Да, сразу пушки на Арчей. Прям с нашего кипа можно, практически там недалеко. Так, ребята, меточку для сбора поставил. Здесь просто вниз спускаемся. Просто на 6 часов вниз. И метку видно прям на карте. Просто вниз, пожалуйста. Не надо никакие автопути строить. Просто вниз спуститесь. На метке сразу бросайте коней. Если что, на всякий, говорю, у Арчей сегодня маленькая явка, Империум сильнее. Пошли за мной. Пометочки, пометочки. А, сразу включите осадную зону, пожалуйста, осадную зону. Вот мы сейчас по неосадной зоне, если что, идем. Если мы сдохнем, сдохнем и респаться будем где-то в эту. Осадная зона вот здесь вот. Вот.
Вот здесь уже не осадная зона, поэтому аккуратно. Движемся наверх. Так, быстрые классы быстренько залетели и разминировали ловушки. Ешечки приготовили. Ульты 3, 2, 1. Купола, ешки. Пошли вот туда. Въехали. Блять, как всегда. Так, работаем. Сразу на 3 часа переключились вот сюда на меточку. Вот сюда продублируйте меточку. Двигайте в сторону их кипа. Вот сюда, вот сюда. Продублируйте, я умер. Да-да-да, вот в эту сторону. В сторону их кипа. Начинаем работать. Да, блядь, ебаный... Кто умер, на меточку сразу выдвигайтесь. Не знаю, но у меня какие-то тоже лаги. На метки собираемся, регруппимся. Если там очень много стало и вас мало, просто отойдите немного назад. И Таир лагает, и враги долго прогружаются. Ну, может, что-нибудь в Москве банулось. С Таиром все норм. Остальные сейчас, кто умер, на метки соберитесь. Не понял, что такое было. С таргетом и билось. Артиллерийки готовы, кстати. Хорошо, начинаем вниз спуск. Остальные дотекаем просто пешочком за нами. Так, по-моему, зеленые метки не заняты. Я тогда возьму зеленый, может, с ними будет виднее. А то у меня проблемы с тем, что они в оптимизацию ставят специально. И, короче, у них не видно. Вот здесь вот. Ешек нету, ускорение, забавчики дали. И пошли вот в сторону арчей. Вот туда вот, по краешку. Вот туда, пошел врыв. Пошел врыв вот в ту вот метку. Пошел врыв, взрываемся. Блять. А я прям в старле ворвался. Явочка у них маленькая, конечно. Отошли. Отошли на 12 часов. Ушли. Ушли. Просто убегаем. Ну, да, некуда там бить. Там его сейчас сожрут и все. Ушли. А что смотреть там? Там кип застроенный полностью. Там некуда въезжать просто. На метку собираемся на ту же самую, которую я оставил. А, у нас схватка занята, окей, нормально. Пока просто на метки соберите. Шай, разбав на гнев духа. Так, хорошо. Ульты залейте варварам в традициях. Вообще все варвары должны быть в основном рейде, либо в большом рейде, чтобы им ульту заливали. Нет, ярманского можете не заливать, у него гера нет вообще никакого. Тебе не надо ульта. Ты просто отдаешь и сдохнешь моментально. Чё ты без гера вообще в рейде делаешь? Пошли вниз. Пошли вниз. Нам нужны люди в рейд с гером. Без гера вы просто умираете за секунду. Вот здесь по краешку. Да, вот зашли в эту неосадную зону. Подошли. Сейчас приготовились, будем отступать назад. Если врыв пойдет. Так, по-моему, здесь в Хидели разрезают или около того, так что... Чё там у нас... Нет, чуть-чуть назад отошли, чуть-чуть назад. Два шага назад сделайте. Пока ускорение просто дайте. А, там уже Империум подходит, отлично. Чуть ниже вот сюда, на меточку.
Среагировали на меточку. Вот здесь группировали шай забав здесь. На меточке шай начинает забав. У нас есть хоть одна шая? Понятно. У нас ни одной шаи, тогда все в порядке. Пошли вперед. Начинай подъем. Вот сюда в спину ударили. 3, 2, 1, резко, 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 резко. Влетаем. Пошел врыв, ульту ставим. Вот сюда работаем, меточку. Хорошо. Срезали. Дальше, в сторону экипа. Ну, ворота им можешь сломать. Я там 200 въебал. А то подстань вперед, перед движемся воротами. Вперед. Блять, почему у меня стражи в спине, вальки в спине? Я вот этого не понимаю, блять. Отошли, отошли, отошли. Есть врыв, а стражи, блядь, в спине стоят, блядь, там с щитом такие клевые. На метку, на метку с респа выдвинулись. Съели? Собрались на меточке. Ну, на топ он станет просто. Флаг готов. Вроде бы и не нужен. Жду всех на меточке. Собираемся. Хорошо. Начинаем спускаться вниз. Так, стоп. За мной сюда. За мной на меточку. Смотрите по мини-карте еще дополнительно. Проходим здесь. Сюда вот проходим. Так, колбаса, быстрее. Ждем отставших. Дожимайте шифты, пожалуйста. Жмите телепорты, если вы не умеете догонять рейд. Вот здесь подъем начинаем. Быстренько поднимаемся, занимаем позицию здесь. В спину будем работать сейчас. Хорошо, вот этих убили. Поднимаемся быстрее, ребят, быстрее проходим. В спину начинаем работать. Палаточки начинаем сгрызать. Может, не достанем. Купола вжали. Встречаем рейд. Блять, я умер. Хорошо, те, кто живой, вниз спустились, убежали. Вниз уж бежали. Все живые уже вниз убежали. На меточку собираемся. Играем без флага, нам он здесь не нужен. Мы будем близко. Гоните блайдера, гоните. Так, ЧК, ну-ка скажите что-нибудь. Хвача и палатки по 30%. А, все, слышу. А то такая тишина, я прям. Хвача и палатки 30% оставил. Да-да, это я слышал. Вот смотрите, что-то залетело, вы встречаете. Хорошая залетела. Пошли вниз. Также пойдем сейчас. Пошли вниз, спускаемся. Пусть там в лобовой кто-нибудь другой играет, мы будем в крысу играть. Налево поворачиваем.
Так, остановилась передняя цепочка, остановилась. Задняя, быстрее. Ну, сложите вы оружие, но бегите без оружия, если вы не можете догнать рейд с оружием. Резко достать оружие вперед табуляцию. У вас персонаж быстрее достает ваше оружие, черт. Или вперед С, если вы в пробуде. Вас уже встречают. Очень сложно, видимо, они играть в эту игру. Идут. Убили вот этого. Морх, ёбну. Или Маджестик, кто это был. Снизу вверх отстрелили пацанов. Снизу вверх отстрелили пацанов. Рейнджи отработали. Рейнджи сверху. Так, чуть назад, милишники, отойдите. Рейнджи работают. Сейчас идет перестрелка. Маги ускорения, хилы. Все вниз попадали. Обожаю. Вы вообще смотрите, в какой местности вы находитесь? Да, да, бля. Ну, я понял. Ладно, ушли назад. Отошли назад. Отошли назад. Двигаемся к нашей метке для сбора. У нас большая часть рейда просто вниз упала. Есть менее полевные. Ребят, по прямой лагаю. Не только я. Мне тоже говорят, тоже лагают люди. У каждого по-разному лагает. Я автоэску перезаходил, не из-за этого. Если прям у всех лагает, так и напишите. Если у кого-то одного, ну, я ничего с этим не могу поделать. Время прошло, и лаги вроде бы исчезли. Пока все окей. Так, все, кто живой, соберитесь ближе враги, к метке. На пушках враги, деф, стреляйте. Ну и под них трапы ставьте, пушкарит. Метку обновил, куда собираться. Так, давайте вниз спускаемся быстрее. Спускаемся. Быстро спустились ко мне сюда. Пошли в обход. Пошли обратно в обход. Так, передние ряды остановились. Задние быстрее. Поджимаем. А теперь начинаем проходить вперед. Быстрее. Пока они там заняты, быстренько пробегаем. Резко начинаем подъем. Также в спину начинаем работать. Быстрее поднялись, ребят. Ну чё ж такая колбаса, а? Поднимаемся, работаем. Ешечки можно вжать сейчас. Да блин, ну почему вы прыгаете? Вот подошел вперед, пробел, нажал, держишь вперед. Все, пробел, держишь. Персонаж поднимается. Это так сложно. Пошли вперед. Сзади осадочку отрабатываем быстрее. Сломать палаточки. Палаточки отработали. Хилы дали. Встречаем. Чуть назад. Пару шагов назад дали. Хорошо. Вниз спустились, резко все вниз упали. Быстрее. Деф, просто, продолжайте, блядь, стрелять по пушкам нашим. Прыгайте просто быстрее. Жмите все, что угодно. Вот здесь на проходе готовы встречать. Встречаем. Встречаем в этом узком проходе. Вот там вот Аква. Надо помочь ему. Он один, блядь, там ебашится, блядь, против четверых, а вы все просто назад съебались. И он даже выжил. Пройдите, может, и помогите здесь убить их. В дефе нужен чел с большой меткостью, у нас уклонисты. В дефе нужен большой чел с меткостью. Ваня, твой выход. Там уклонисты, говорят. Где я? Вроде все нормально. В нашем защите здесь имеется в виду, на форту? Так, ребят, да, на меточку собираемся. В смысле, тут ронины перебегают и вздыхают, о чем ты? Сейчас договоритесь, я сам приду туда смотреть на это все.
Ронины прибегают, убиваются. Собрались на меточку. Ставьте просто ловушки под... Ой, господи, ловушки под пушки и все. Собираемся. Это там шая, просто... шая. Просто летают, пацаны. Соберите пока на меточке, я пойду гляну, что там у них. Киллер, можем сзади снять и сплошное сделать. Чтоб пушка. Там просто прилетают, пацаны. Чего у вас так на кипе много? Чего вы тут забыли? Идите на метку. Алло. Почему у вас так много до сих пор на кипе? У нас, по-моему, в рейде очень много людей. Слишком дохуя. В дефе имеется в виду. В рейдовом дефе. Слишком много людей. А, к нам пирожок с подливой приезжает. Все, ушли с кипа, пошли на метку. Боже, это очень страшно. Вы очень много людей просто стоит в дефе. Либо просто стоит. Скорее просто стоит. Хорошо, я вижу, на меточке люди собрались, молодцы. Давайте вниз начинать спускаться. И налево также пойдем сейчас. Налево, ребят, налево, поворот, налево. Мы уже тут 4 раза прошли, вы до сих пор не запомнили, где поворачивать. Так, передние ряды, не торопитесь. Задние, быстрее! Вот этого пацана убейте. Да, отлично. Проходим дальше. Не надо бегать за лошадьми. Пожалуйста, не бегайте за лошадьми. Если она ускакала, вы ее не догоните. Начинаем резкий подъем. Просто подошли вплотную, вперед пробел нажали и не прыгайте, блядь. И держите вперед пробел. У вас персонаж сам схватится и поднимется. Работаем. Начинаем подъем. Быстрее. Кто зашел, встречайте пацанов, чтобы они нас не этвали. Не срезали. Кто по этот... Ешки вжали сейчас. Нужны ешки. Ускорение дали на подъеме. Хилы похильте сейчас. Сейчас хилы необходимы на подъеме. Отлично. Купола есть? Даем. Отлично. Отработали. Отлично. Молодцы. Продолжаем. Держим на себе. Держим. Так, все. Все, кто живые, уйдите. Уйдите. Не надо. Все, не судите. Там большой рейд. Просто не лезьте туда. Можете на себя повытягивать, но не лезьте туда. Закрепитесь там, кто остался живой. Остальные на меточку собрались, кто умер. Так, за флаг спасибо, я забрал. Так, по нам пушки работают, да? А это, по-моему, да, наша пушка. Дерево. Точно? А это точно не наша, а? Стреляла не в дерево. Наша. Окей. Ладно, разберемся сейчас. Так, ребят, вот здесь вот подъемчик заминировали. Вот этот подъемчик заминировали, быстрее. А, Империя все-таки одишек. Две пушки у них там стреляли по нам. Да я понял. Хорошо, начинаем вниз спуск. Я их выбил и убил. Хорошо, отлично. Начинаем спуск. Так, так, вот здесь собрались, отлично. И вот сюда вот пошли, на мою меточку, на 6 часов. Они прямо по краю. Ко мне, сюда, быстрее. Вот здесь, на подъеме, на склоне, быстрее, ребят, ну, дотекли, быстрее. Ускорение подняли. Купола нету, к сожалению, наверное, поэтому пойдем так. На левой стороне, по левой стороне проходим, там пушки надо убить. Вот сюда ворвались. 3, 2, 1, врыв пошел, варвары первые полетели. Вальки за ними. Все остальное теперь за ними.
Сняли пушки. Убили пушки. Раздолбали пушки. И пацанов вместе с ними. Отлично, убили. Продолжаем. Крепимся здесь. Хорошо. Ближе, вот здесь, с этой стороны поработали. С 12 часов от экипа. Продолжаем работать. Палатки большую часть уже сняли. Это хорошо. Три, два, один. Начинаем отступление. Отходим из-под кипа. Просто вниз спрыгивайте. Уходите, 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 уходите. Там разрезы пошли. Собираемся быстренько на метку. Все, кто умер, до метки дотекаем сюда. Мы вот здесь сгруппируемся, а вы там чуть выше просто к нам спускайтесь. Назад дальше отойдите. Назад дальше отойдите, метка за вами ставится. Хорошо, ждем рейд. Под себя половушки потыкать. Ульту залейте, пожалуйста. Залетела какая-то залупа, убили. Отлично. Собрались, быстрее. Ну где там остальной рейд? Почему так долго? Хорошо. Тем, что есть, пошли за мной. Так, у них снова там этот... Пачка. Так, стоп. Вот здесь просто делайте вид, что вы тут группируетесь, просто делайте вид. Так, почему у меня часть людей вообще ушла в какую-то другую сторону? Слезь. Что вы там забыли? Ну что, это нормально. Я посмотреть. Замри ты. Блять, меня убили. Так, нет, не лезем. Там большой рейд. Ушли. Уйдите назад немножечко. А почему огненка не стреляет? Уточняй, пожалуйста, какая. Которая на 6. У нас уже 3 пушки сбили. Потому что она пустая. Почему у меня в дефе так много людей и при этом огненки пустые? Уйдите с кипа, блять, кто не в рейде, кто не в дефе, ушли с кипа, двигайтесь на метку, пошли. Я сейчас начну списки собирать. Собрались. Вижу людей. Магию ускорения здесь дали. Купола инфу. Ульты инфу. Ешки в инфу. Пошли за мной. Надо их потом зачистить. Зачистили. Вот это вот зачистили. Сюда подошли. Купола приготовили. 5 минут. Купола поднимаем, поднимаем купола. И встречаем. Встречаем. Под тебя ульты дали. Ульты под тебя и работаем. В спине старайтесь взрезать. Пушка на 7. На 7 где-то. Так, да. Все живые отошли. Лучников, ебать. Даже на 7, даже на 5,5-5.
Какие 7? Скорее всего, с экипа опять. Пушки просто с экипа стреляют нам. Чего несете? Ну, тут пытаются пушки искать. Кто пытается пушки искать? У кого там очень сильно голова жмет? Могу на Пегасик и не туда запрыгнуть, на их пушки. Хорошо, мы на меточку собираем, там Империума зашли. Так, купола инфу, сколько времени? Засекайте, когда сдаете примерное время. Там 2,5 минуты откатывается купол. 1 минута. На меточке жду всех. Переставил метку. Собираемся. Что так долго? Я вроде бы умер одним из первых. Нет, даже не один из первых. Стоим на метке. А, ну понятно, тут... Тут шаю бьют. 5 человек. Хорошо, ребята, подойдите сюда ко мне. Вот этих убейте, пацанов. Встречаем. Встречаем вот эту пати, которая пыталась зайти в нас. Хорошо. Колбаса, не растягиваемся. Ко мне подошли, на мою меточку. На мою меточку реагируем. Зеленая метка, ребята, зеленая метка. На мою зеленую меточку реагируем, смотрите. Поднимаемся налево. Подъем налево, подъем налево. Пошли. Проходим. Так, остановились, сильно не пи. Хорошо, проходим вперед. Проходим вперед. Начинаем подъем, резко. Просто вперед, 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 вперед. Отлично. Сзади в спины встречаем, пацанов. Наверх, 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 вот туда на меточку работаем. Вижу, мастер ульту сдал. Отработали под него. К сожалению, большая часть. Ну, ладно, внизу... Арчей был на кипе. Ребята, внизу останьтесь. Ну, приготовься контрсумонить. Останьтесь внизу. Закрепитесь внизу. Мы сейчас подойдем. Все, кто умер, на метку и с метки пойдем в эту сторону. В этот подъем слева. Возьмите лошадей, на лошадях быстренько туда доберитесь. Ребят, я вас прошу собраться на метке из-за того, что... Там Империум собрался. Вы... С другой стороны. Угу. Еще тут на лошади летаю, разведаю. Да, конечно, прекрасно, что вы там любители набивать фрагов, но я что-то от вас результат по набитию фрагов не наблюдаю. Пошли за мной. Все, кто есть, пошли за мной налево. Все, кто подтекайте на метку для сбора. Начинай подъем быстрее, там уже ребят наши закрепились. Хорошо, подъем чуть вверх. Вот этих пацанов срезаем. Форпост готов. Дайте забери потом. Хорошо. Встречаем сразу то, что нас заходит сейчас. Просто хилы дали. Вот здесь в спине магов довешьте. User left your channel.
Хорошо, отлично. Все, кто до метки дотек, сюда добегайте. Отлично. Пока не лидинг туда. Назад, 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 назад. А вот сейчас чуть можно проходить вперед. Блять. Через 5 минут могу использовать 200 опять. Так и хочется ответить этому ублюдку, но что-то не хочу. Не стану делать этого. Ладно, ребят, кто живой там? Закрепитесь, просто на себя тяните, все остальные соберитесь на метки. Сейчас выдвинемся туда. Так, на метку, на меточку, на меточку. Хорошо. Здесь то, что есть. Вот здесь магию ускорения дайте. И пошли вперед. Пойдемте быстренько до меточки дотечем. Кто сзади, поджимайте скиллы и двигайтесь вперед. Догоняйте тех, кто спереди. Проходим, проходим. Так, стоп, остановились. Здесь закрепились, не лезем. Закрепились, не лезем. Просто перестрелка рейнджей. Перестрелка рейнджей. Вот можете чуть ближе подойти, там поперестреливаться. Миличники, только то, что вниз спускается, то в то и работаете. Но империумов гораздо больше, чем арчей. Давайте арчей нахуй пошлем, а? Мне так, это все на FPM высирает всякую хуйню. Хорошо. Начинаем подъем. И вроде чуть отошло. С другой стороны поднимайтесь. Старайтесь подняться с разных сторон, не с одной стороны. Поднимаемся, поднимаемся. Те, кто успел подняться, встречаем тех, кто уже у нас работает. Блять, ну в смысле на... Ребят, ребят, проходим, 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 начинаем работать. Ешечки сейчас сжали, точечки отработали, внутрь кипа срезаем пацанов, которые тут вот валяются. Пушек нету? Нету, отлично, продолжаем работать. Срежьте, самое главное, срежьте палаточки. Блять. Отлично, работаем внутрь кипа. За воротами палатка строится. Ну, срежьте ее что. Там с другой стороны империя работает, все нормально. Так, небольшой разрез, аккуратно. Аккуратно, небольшой разрез. Идиотов из империи тоже пиздите. Вот эту, Рокетбира ёбните. Отлично. Хорошо, большой разрез, ушли, 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 ушли. Бля. Большой разрез, ушли. Все, кто умер, дотекаем. Сюда, на это же место, дотекаем самостоятельно. Пушки хорошо отработали, все, все лежит. Там вроде хвача, да, осталось, огненные упали. Есть кто под кипом?
Так, можно подниматься. Можно подняться, подняться и ближе подойти поработать, подтягивать на себя. Там часть больше ушла на империум. Так, дантист забрал флаг? Нет еще. Блять, в смысле нет еще? Да я хоть обессмертный сейчас. Вот Рэд. Его нет, к сожалению. Амир, ты свободен? Я сейчас поеду, что надо? Разрез. Разрез это ты. Слушай, Амир, смотри, открой карту. Открыл. Вот где-нибудь в этой угли видишь, да, мне метку поставил? Вот слушай, там поставил флаг. Флаг готовый, просто 3 поставил. Хорошо. И потом можешь обратно возвращаться и работать. Так. Дотекаем, дотекаем. Сейчас я тоже подъеду и начнем подъем. Архенами 49, ну, 49%, короче. Хорошо. Да, вижу. Так, потихонечку попытайтесь сейчас подняться, чтобы нам было проще сразу залетать. Там с другой стороны Империум что-то поджимает. Так, ежечки вжали, купола 3, 2, 1, поднимаем и пошли вперед. Прям под кип, внутрь кипа залетели, убили то, что все внутри кипа. Там небольшие разрезы, все остальное бьется. Минус 3 вот сделал, еще минус 2. Работаем. Хилы подняли в кипе, хилы подняли в кипе. Под кипом подработали еще чуть-чуть. Вышли из-под кипа. Все, ушли из-под кипа. Ушли, ушли. То, что с этого вытекает, сразу убивайте. Под себя ловушки потыкали. Дайте хил вот здесь. Есть 200. Есть 200. Не, на Империум поставь. На этих не надо давать. Хорошо. Так, большой разрез. Ушли вниз. На всякий случай. Вы просто уйдите вниз, чтобы нас не влетали. Так, готовность к подъему. Сюда остальные дотекают. 3, 2, 1. Поднимаемся. Начинаем подъем. Резко все поднимаемся. Те, кто залез, прикрывайте. Под кип пошли. Все вместе. Все вместе под кип залетели, работаем. Пока они там отвлеклись. Блин. У нас ни куполов, ни ешек. Просто залетайте, работайте. Сделайте суицид. Под кипом. У них кип что-то 30... Чуть больше 30%. Хорошо, ушли. Все, кто живы, останьтесь. Разрезаемся, затекаем. Хорошо, спасибо. Можешь возвращаться. Так, Империя зашла. Я пока полежу, мы просто пока собираемся на том месте. Так, нет, все на кип быстренько взяли лошадей, открыли карту, у нас форпост стоит. На форпост поехали. Поехали все на форпост. Кто у кого есть форпост, давайте на форпосте, если есть. Движемся в сторону кипа Империи. Разрез на форпосте. А, не успеваем. Ну, слишком долго разрезывались. Ладно. Все, кто успел уехать, езжай, кто не успел, остаться. Кто не успел, кто слишком глубок. Хоть приготовьтесь, настакайте огнеметы. Почему вы без огнемета? Почему огненные не настаканные огнеметы? Надо 4 выстрела сделать, чтобы у вас был огнемет заряженный. Готовимся встречать, к нам сейчас Империя подойдет. Все, кто успел туда уехать, идите работайте на них. Горита, слушай внимательно. Сейчас твой рейд жмет спасение и идет к ним на окей.
Сколько у тебя человек? 9 человек. Забери альпак еще, если есть они. Ребят, ловушки обновите. К нам сейчас будет целый рейд двигаться. На 4 от нашего кипа 100 метров вражеская пушка. На 4 от кипа? Хуйня себе. Их к нашему флагу идет. А, они на флаг уже пошли. Блять, не повезло. Ах, ладненько. Чё-то я не вижу этого пушки на 4. Эскейп спасения Алтинова. Так, ребят, берем лошадей. Или к нам уже рейд подошел? Подошел или не подошел? Да у них рейд на нашем флаге. Они бьют наш флаг. Нас на кипе. А, ну тогда готовимся встречать. Готовимся встречать. Он умер на кипе. Форпост упал. Готовимся, да, я понял. Готовимся встречать на кипе у нас. Возможно, еще сумон будет. Так, кто умер, разрезайся на кипе. Так, Горида, бросай это дело. Форпост упал, у вас нет форпоста, так что давай, возвращайтесь к нам. Просто как можете. Так, пушка отработала. Но она отработала. Блядь, с противоположной две стороны. Две пушки работают с двух сторон, по-моему. У кого пегасы есть? Нужны пегасы выбивать пушки. Одну вижу. Напротив. Пушка с 4 часов с противоположной стороны. У кого есть пегасы? Две пушки оттуда работают сейчас. Займитесь. У кого есть пегасы, займитесь туда. Нужно долететь. Летите сверху. Нам так сейчас разбомбят все. Вышли из-под кипа. Вышли из-под кипа вниз. А, так, вот рейд подходит, ребят. Готовим встречать. Ешечки купола приготовили. Можно закип на 12. Соберитесь, чтобы у вас купола можно было вешать. Там, блин, три пушки. Там три пушки. Ну вот я и говорю. Блять. Купола поднимаем, ешки вжали вниз на 5 часов. 7 часов. Пошли. Разрез моментально. Сильно далеко не убегайте. Все, имейте пушки уничтожены все. Загрузки. Пушки все сняты, хорошо. Все, кто сейчас может стать на 2 часов, разрывайтесь. Там человек 10 их защищало. Сейчас новая пушка будет ставиться там же. Ребят, встаем. Разрез дали, разрез. Кролик готов, боевые бафы. Сначала на деф, потом на разрез. Мы поставимся на 2 на 5. Готов. Встаем. Сейчас встаем. Я уже успел встать один раз. Встаем. Пока палатки живые. Хвачи на 12 часов работают. Хвачи на 12 часов. Они заняли вот такую вот горочку. Хвачи на 12 часов. Дали разрезы. Пошли. А, ну да, сказал. Они же не с нами. Бля, Аксис тут что забыл. Встаем. Да мы не успеем и форпост отдефать или еще что-то. Даем разрезы. Сейчас пробуем вот эту часть. Отбили 12. Я просто немножко далеко умер. Там, где меточку ставлю, отбили вот это вот. Дайте инфу. Ну кто-нибудь. Отбиваем. Нет. Отбиваем, хорошо. Продолжаем разрез. Продолжаем. Пушки снова работают. Нужно на пегасах снова разобраться с пушками. Так, все, далеко за ними не уходите, ребята. Нам нужно ближе к кипу. Вернитесь к кипу, нам нужно кип сдефать. Пошли чуть ниже. На 6 часов, ребят, на 6 часов. Так, займитесь, пожалуйста, уже этими пушками.
Они тут уголочек заняли. Встречаем, встречаем. 6 часов. Вышли, 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 вышли. Сюда вниз ушли, вниз ушли. Работаем. Ёб твою ёбнули мать. Ёбнули стараптора. Захват дайте ему. Спасение что ли нажал? Вернулись кипом. Еще цели с 5 часов. Пушки опять очень там же. Очень много с 5 часов, ребят. 5 часов нашего кипа вернулись. Работаем. Переключились на 5 часов. Заходит. На этот раз там человек 15-20. Ребята, 5 часов. Уже переключаются на 12 часов. Работаем. Встречаем. Старайтесь снять пушки любыми способами. Встречаем, встречаем, встречаем. Вот это вот встречаем. Блять, палатки срезали, сука. Рассредоточься вокруг кипа, сейчас работаем. Почему у нас слон в кипе, блять, а огненный не стреляет в него, а игнорирует просто максимально? Дали разрезы. Отработали. Доработали остатки. Внутри кипа зачистите, нам палатки ломают. Отлично. Отработали на горочку. На горочку отработали 12 часов. Хорошо, продолжаем. Ребята, 3 часа, 9 часов, 9 часов, 9 часов отрабатываем. Хорошо, они в дебри уходят, не ведитесь за ними. Если вы там умираете, разрез слишком далеко получается. У нас сумон под кип, сумон под кип, сумон под кип, огненные жги, блять, под них. Когда они начнут двигаться, они сейчас. Кролик, готовь разрез. Давай разрез, кролик. Давай разрез, кролик. Встаем, да? Ребят, встали. Встали, встали, отработали в этот сумон. Встали, отработали. Работаем, продолжаем, продолжаем работать. Отрабатываем сумон. Сумон убить, сумон убить. Хорошо, хорошо, неплохо. Отбиваем, отбиваем, отбиваем. Блять, что там было? А, ребят, снимите, пожалуйста, лучик, который на 12 часах. Где ассасины все? Все, кто с пегасами, на нас работают пушки. Возьмите, пожалуйста, пегасов в ремонтке и летайте, убейте их. Там защита очень большая, человек 20. Ну, ладненько, разрезали сейчас. Даем разрез, встаем, деремся. Внутри кипа зачистите, шаев в последнюю очередь. Стараптору просто захват и дальше других бейте. Видите, шая барабанит, дали захват, все, забили болт на нее. Дальше остальными занимайтесь. 12 часов зачистите, пожалуйста. Вот эту вот горочку. Вот этих вот. User disconnected from your channel. Еще, 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 еще. На горочке границы туда лучше не лезть. Все, далеко не убегаем. Только, только, только горочку зачищаем. За ними дальше бежать не надо. Сами вернутся. Он на 6 падает палатки. Работаем то, что у нас под кипом осталось. Но там одна драконья все палатки разъебала. Ну,
понятное дело, никто не пытается ее убить. Вот она и разъебала. Встаем на кипе. Встаем. Со скольки рейд идет, дайте инфу. Есть там у нас рейд, нету? Есть рейд или нету? Почему Чикаго? Рейд с 12. Прям на горочке. Рейд с 11. Рейд с 11. Встаем и работаем на рейд с 11. 11-12. Сильно далеко не убегаем, только влетайте в то, что близко к клипу. Ближе, то есть на краю горки вот этой вот. Я, к сожалению, побегал и умер далековато от кипа. Напишите разрезы. Сколько разреза? Не вставайте пока. Кролик, защиту приготовься дать нам, если... Готов. Там много под кипом у нас? Ну, прилично. И на горочке прилично. Так. Еще 10 секунд. Даже меньше. 3, 2, 1. Даем разрез, и кролик нам в этот момент, сейчас через 2 секунды. Давай защиту. Дал. Хорошо, с защитой деремся. Работаем на 12 часов. Отлично, отработали, ребят, еще. А где горстак? Блять, половину игроков-то не вижу. Ёбни этого ублюдка. Хорошо, продолжаем. Ой, молодцы. Чуть ниже, ребят, вниз на 7 часов поверните, на 8, на 6 часов. Я вижу, очень много вас движется. Вот в эту сторону подверните. Не надо вверх бежать. Плюс у нас под кипом очень много еще, наверное, осталось. Да, он течет. Чуть ниже спуститесь. Там где-то флаг был. Влад, покажи. Они же не на замке сидят, да? User joined your channel. А у вас что, тут осада, что ли? Нет, ты что? Сейчас. Так, ну смотрите, мы что-то там перекатываемся, живем. Блядь, скипушки. Так, давайте-ка. У меня вот весь рейд куда-то вниз на 6 часов убегал недавно. Понятно. Возвращаемся к кипу. Готовимся разрезаться. Не вставайте, ребят. У кого разрезы ближайшие есть, не вставайте. Как только... Рейс 4 идет. Как только они в кип зайдут, готовьтесь их встречать. То, что сейчас заходит, встречают все живые. Живые встречаем. Мертвые лежат. Готовьтесь вставать по команде. Встаем. Встали. Встречаем их. К сожалению, у нас больше нет ни разрезов, никаких нету. Встаем, работаем. Остальные доразрезываются. 10% еще есть. Вот эту горочку зачищаете, вот эту вот горочку. Там очень много лучников стоят. Туда вот один хороший заход на Кассасине, и все умирает моментально. Так, ну ладно, хорошо. Давайте в рейд-канал быстренько соберемся.